Здравствуйте, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня по-прежнему зовут Алексей Красиков. Я хочу в этом ролике рассказать о терапевтических группах, которые проходят периодически у меня. Для тех ребят, которые не живут в Москве, которые из других стран, городов, регионов. Потому что очень много вопросов, что это, как это, расскажите, и как записаться, что там происходит. Тяжело писать всем, поэтому я сниму сейчас видеолекцию, и которую буду присылать в виде видеоответа на этот вопрос. И она будет размещена на сайте в разделах по групповым занятиям. Значит, действительно, я сейчас перестаю потихонечку работать лично по скайпу и перехожу на личную работу только очно, в кабинете. Но не стоит отчаиваться. Во-первых, у вас есть услуга WhatsApp. Посмотрите на сайте. Это очень популярная сегодня услуга. Это анонимное консультирование в аудиоформате. Оно очень популярно. Рекомендую воспользоваться всем, кто хочет задать анонимный вопрос, включая до очень интимного вопроса. Я не буду вас видеть, я не знаю, как вас зовут. Я просто слышу ваш вопрос и отвечаю, исходя из профессиональной позиции того вопроса, который вы задаете, без какого-то там особенного терапевтического момента. Рассказываю о упражнениях и о том вопросе, который вы зададите, отвечу. Это первое. Второе, по поводу самих групп. Если вы находитесь не в России или не в Москве, вы можете иметь возможность полгода заниматься со мной лично, раз в неделю по 2 часа, в течение полугода, 5-6 месяцев. Значит, есть специальная программа, аналог скайпа, в которой будут участвовать одновременно 8 человек. Это не вебинар, где вы видите только меня. Это 8 окошечек, и каждое окошечко имеет свой видеоканал. И все друг друга видят, все друг друга слышат, и в том числе и я, и вы. Как это выглядит? 8 человек в группе, примерно с одними и теми же жалобами, и система, которая отточена уже годами, которая имеет 5 блоков. Первый блок – это самое главное, самая основа. Это работа с симптомом, это работа с определенными базовыми пониманиями, что такое вегетососудистая дистония, что такое симптомы, как они появляются, из-за чего они появляются, как с ними быть и как с ними работать, разными направлениями. Всевозможные от панических атак и агорафобии до обсессивно-компульсивных мыслей, навязчивых и ритуалов, всевозможных изолированных отдельных фобий и просто вегетативного напряжения. Этому посвящена первая часть занятий. Она идет примерно месяц. Это 4 занятия, первый блок. Второй, третий, четвертый блок мы занимаемся непосредственно преломлением метода под вас. Каждому будет построен свой психогенез невроза, он узнает, почему именно он, что с этим делать. Причем здесь его, собственно говоря, то самое пресловутое детство. Но мы не будем так сильно сосредотачиваться на детстве, потому что это надо знать, да, это надо понимать, но самое главное сосредоточиться на реальности. Потому что от того, что вы поймете, что именно благодаря таким-то отношениям у вас сложились такие-то стратегии, такие-то убеждения, это все замечательно. Но от понимания этого лучше людям не становится. Понимание это является механизмом для дальнейшей работы над собой. И вот как раз второй, третий блок мы это поймем, а третий, четвертый, пятый мы будем над этим работать. То есть существуют непосредственно методы, которые прорабатывают и работают непосредственно с самой проблемой, которую вы поймете. То есть сначала мы должны проработать с симптомом всю эту тревогу, беспокойство, напряжение, чтобы оно ушло на задний план, чтобы вы были способны думать о причине этого и сосредоточиться на своей реальности, на своей реальной жизни, потому что сейчас вы сосредоточены на симптоматике. Вы говорите, это моя главная проблема, но на самом деле это не так. И ваша главная проблема в том, что привело вас к этой симптоматике и удерживает. И на первом этапе мы проработаем историю симптоматики, на следующих этапах мы поймем, с чем это связано, а дальнейшие этапы мы будем работать с тем, с чем это связано, и менять это. Вот примерно на это у нас уйдет с вами полгода. Оплата занятий происходит раз в месяц.
за каждые 4 занятия, то есть раз в месяц, в фиксированное число, вы будете оплачивать группу. А группа конфиденциальная, вы можете быть спокойны за конфиденциальность информации. А это все нигде не публикуется, вы можете быть абсолютно на эту тему расслаблены. А вот примерно так. О группах вы можете также прочитать на сайте. Уже, наверное, 30 там какая-то, я уже сбился со счета, 30 какая-то группа по счету. Так что прошу вас, если вы находитесь в других городах и вы хотите работать сначала с симптоматикой, потом с пониманием причины и потом с работой над причиной, пожалуйста, я вас жду, и вы сможете полгода со мной общаться. А по формату это не лекции сухие, где вы только сидите и слушаете. Первый блок имеет некую лекционную основу для понимания основ, а затем с каждым блоком, с каждым персонально человеком я работаю все больше, больше и больше, и вы увидите результат и эффективность. А, к сожалению, практика показывает, что большинство членов группы получают хороший эффект где-то ближе к концу третьего, начала пятого блока, потому что что-то многие, кто-то раскачивается, кто-то верит, кто-то не верит, поэтому... Ну, хотя случаи бывают разные, знаете, есть ребята, которые теряют какие-то ритуалы или навязчивости в конце там второго, это начало третьего блока. А все зависит от вас и от того, насколько мы найдем общий язык и насколько вы будете мотивированы и настроены на понимание процесса. Поэтому приходите в группу, не бойтесь, это действительно очень эффективно. Я редко это говорю, но я вам обещаю, что за эти полгода вы действительно изменитесь, и вы поймете, что ваша проблема не в панических атаках, не в симптоматике, а в том, что есть определенные обстоятельства, на которые вы не умеете реагировать по-другому. И моя задача будет научить вас и реагировать по-другому, сделать свою философию жизни и стратегии мышления более объективными, более философски гибкими, которые не позволят вам больше прийти в те симптомы, в которые вы пришли ко мне лично. Так что пишите заявки, смотрите расписание набора в группу. До встречи. Увидимся.